Что ты видишь, Сюнин? Ah!
Что сегодня предложишь? Битва ждет тебя. Мне пора в путь. Прощай. До встречи, мой друг.
Рада тебя видеть. Как ты, Туви? Все в порядке? Мне уже лучше. Я скучаю по Свенду, но он меня не покинул. Его хук до сих пор живет в каждом рисунке. От этого мне легче. Хорошо. Знаешь, пусть твои первые узоры украсят мою кожу. Да. Давай приступим. Я тут сделала пару набросков. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Что еще я могу сделать? Мне пора. Удачи. Еще увидимся. Дай взгляну на товары. Только дурак это не купит. Этому применение. У меня ведь еще такое есть. Всегда рада с тобой торговать, Эйвор.
это все? Мне пора. Увидимся. Приходи еще.
Привет! Как поживаешь? Покажи мне. Do
Лети, Сюнин. Репы скопили. Это все, что есть. Слабо пахнет. Держи, мой мальчик. Что помешал? Поблагодари, Бертви. Ну, давай. Ягненок, и тот сильнее. Ну же. Я плечо выбил. Так встряхнись. Ха! Не береги силы, нападай! И... Вставай, живо! И продолжай двигаться, пока не упадешь! Ой! Не так уж плохо. Но бей жестче, грубей, бей между ног. Ивар, ты учишь мальчика или пытаешь его? Второе переходит в первое. Здравствуй, Эйвор. Значит, мое послание прибыло вовремя. Переговоры с бритами еще не начались. Я буду рядом, когда дойдет до дела. Мне нужно знать что-то еще. Прибыл почтенный король Родри, и я буду обсуждать все с ним. Родри жаждет мира с тех пор, как мы схватили его брата, Хлюпика Гуриада. Имя такое, словно кто-то блюет. Гуриад ап Мервин. Родри ждет в церкви неподалеку. А кто же представляет Широпшир? Предыдущий элдерман пал в битве. Его заменяет епископ Дерлов. А потом власть получит этот щенок, раз так хочет его отец. Мысль о том, что я буду править Широм, меня несколько пугает. Не бойся, пока не займешь место элдермена. Кто знает, что изменится к тому времени. Отец считает, что я уже готов. Не хочу его подвести. Будущий элдермен должен участвовать в переговорах. Будь вежлив. Родри король. К нему стоит относиться с почтением. Родри ждет, что мы рухнем на колени и станем восторгаться тем, как пахнет его зад. Уж поверь мне. Ты его знаешь? Мы встречались. Это его подарочек. Может, я смогу отдариться. Не зря меня зовут погибелью королей. Ивар, лучше останься здесь. Иначе переговоры точно сорвутся. Мне нужны вы оба, чтобы помочь и понять, готов ли я. Тогда дай слово, что не обнажишь свой клинок. Эйвор, не смеши меня. Ты знаешь, чего стоит мое слово. Ну да, я оставлю переговоры тебе. Может быть. Отлично. Что ж, идем в церковь? Наши гости ждут. Церковь на другом краю деревни. Мы воюем с бритами уже почти 2 года. Бриты немало повеселились, пока мы с братьями не проредили их ряды и не загнали брата Родри в канал. И теперь Родри хочет мира. Из-за Ивара. Буду рад послушать его жалкое хрюканье. Хотя предпочел бы предсмертный виск. Беречь наследие — это важно. Наследие? Я погибель королей. От меня не все сумели уйти, как Бургрид. Будь сдержан, Ивар. А где твой самодовольный братец? Мой брат. Мы расстались. Не знаю, где он. Я уверен, ты обойдешься и без этого гордеца. Король Родри и наш епископ Дерлов ожидают нас в церкви. Эти дома Христа, глянешь и сразу знобит. Но внутри тепло. Господь объединяет короля Родри, епископа и меня. Мы заключим мир в его доме. Трусы, бриты, мерзость! Капитан Иннер, объясни епископу, что нам нужно. Да, мой государь. Епископ Дерлов.
Мы не станем заключать мир, пока нам не вернут Гуриада. Брат короля сейчас... Брат короля — просто вонючая кучка навоза. Ты... Я тебя знаю, Ивар. Прозванный Бескостным. Это ведь я оставил тебе тот шрам. Ха, это так. Я отплачу тебе тем же, вонючая свинья. Раскрою тебе череп! Хватит, вы оба. Милорд, это Кёлберт, будущий элдермен этого Шира, и сын Кёлвульфа, короля Мерсии. Зеленый юнец? Элдермен? Он и отлить сам не способен. Прошу, успокойтесь. Проявите терпение. Ты знаешь, чего я хочу. Пока мой брат Гуриад у вас, миру не бывать. Ему повезло, что он у нас. Этот трус напоролся на свой клинок. Я скоро проткну тебя твоим. Муж мой, не горячись. Нам нужно найти способ заключить мир. Всем нам. Сперва мой брат. Сперва твоя башка на копье. Прочее потом. Муж мой, нет! Довольно. Это дом божий. Думаю, нам следует прерваться и слегка остыть. Эйвор, на пару слов. Хоть мы и не знакомы, Кёлберт уверен в твоей рассудительности. Она нужна нам. Может, уже поздно. Вороны войны уже слетелись. Я скопил немало серебра. Поговори с людьми и предложи его человеку, который поможет заключить мир. Ты тратишь время! Ивар! Запри двери, прирежь этого Борова, и дело с концом. Серебро усмирит твой гнев на время переговоров о мире. Мир? Думаешь, его можно здесь добиться? Я же сказал, я знаю эту свинью. Так что насчет серебра? Может, да, а может и нет. Когда получу серебро, буду знать наверняка. Если вдруг раздобуду серебро, я подумаю. Подумай. Ты тратишь время! Теперь ты суешь мне серебро! Ты так боишься бритов, что пытаешься воевать звонкой монетой? Ты же Гуриад, верно? Брат короля Родри? Именно. Безвольный страдалец в вашей игре. Насколько вы с братом дружны? Он и правда любит меня. Но часто бывает глуп и упрям. Будь я королем, все сложилось бы иначе. А если выпадет случай? Занять престол? Я принял бы его с радостью. Но короля не свергнуть без серебра. Придется подкупать Тенов. Ничего не обещаю, но могу попробовать найти серебро. И что взамен? Свергни Родри. Уведи войско бритов из Широпшира. И впредь не посягай на эти земли. Если ты не лжешь, я пойду на эту сделку. Попробую найти серебро. Болтовня! Сплошная болтовня! Я жду! Эйвор, друг мой. Я последовал твоему совету. Значит, ты сделал выбор? Кому ты решил отдать серебро? Твое серебро отныне в достойных руках. Теперь молись, чтобы твой бог помог нам. Родри, ты насмехаешься! Сразись со мной! Один на один, нет. Сейчас! Ивар бескостный, бесхребетный, бессильный. Ты меня не убьешь,
Смерть мне несет дракон, говорят провидцы. А твой братец? Что провидцы сулят ему? Гуриат! Клянусь Господом, я... Уведите их, ну же, живо! Смерть бескостному! Залейте церковь его кровью! Рохля! Пойдите на дьявол! Иван! Что ты наделал? Дипломатия викингов. Покажем им, на чьей стороне сила. Ивар, миру теперь не бывать. Ты слишком ценишь мир. Это лишь пустые слова между ударами топора. Боже, это чудовищно. У нас нет выбора, остается лишь сражаться. А, пора испытать тебя. Боже, прости нас. Не зевай, Келберт, защищай меня, а я, так и быть, спасу твою шкуру. Господи. Тебе лучше переждать здесь. Помоги мне с этой дверью. Их еще больше у реки!
тараном! Сказать епископу, что бой окончен. Ты убил брата Родри. Теперь нам точно не заключить мир. Заключить мир с Родри столь же вероятно, как умереть девственником. Невозможно. Он слишком хитер. Ивар в чем-то прав. Родри истово ненавидел нас. Нам не суждено было заключить мир. Видишь, Этелинг, Эйвор понимает. С этими лживыми бритами мира не достичь. Прошлого не вернуть. Нужно решить, что делать, пока бриты не напали. Уверен, они вернутся в свой замок. Он почти неприступен. Голод страшнее клинков. Лишим их еды. Они сами запросят смерти. Боже, война несет лишь смерть и невзгоды. Дерлов, у нас нет выбора. Ты хорошо знаешь эти края. Как нам помешать бритам? Они хранят все свои припасы на заставе Уэнлокон, к югу от Кватфорда. У Родри есть и другой источник припасов. Спроси беженцев у реки. Он выгнал их из захваченных деревень. Войска Родри будут готовы куда раньше нас. Да. Его воинов поведет Инир. Их лагерь в Уэсбери, к западу от разрушенной башни. Мне не нужна твоя опека, Эйвор. Я отправлюсь в Уэсбери, осмотрюсь. Знаю я, как ты осматриваешься. Всегда льется кровь. Я не изменен, как приливы. Я отправлюсь с тобой. Мне нужно самому увидеть, что именно нас ожидает. Тогда я найду вас в Уэсбери, когда закончу. До встречи. И еще. Нам нужно больше людей. Освобождай пленников бритов, где сможешь. Они пополнят фирт.
Я горю! Нет! Нет! Огонь! Меня пересохло в горле!